Оправдать или быть виновным, меры допустимого относительно компромисса с следствием признания вины, наверное, такая тематика, мы сегодня поговорим о ней, да, но перед этим надо понимать и говорить о целях. Кто такой адвокат в уголовном процессе и какая цель адвоката в уголовном процессе? Очень часто люди, собственно говоря, даже коллеги, считают, что цель адвоката в уголовном процессе – это оправдать клиента любым способом. На самом деле это неправильное, на мой взгляд, мнение. Почему? Потому что цель адвоката – защитить любым законным способом права, охраняемые законом, интересы клиента. И не оправдание, а именно защита является целью любого защитника в уголовном процессе, специалиста, адвоката. Какие же способы защиты в рамках вот такой тематики? Это то, что должен установить адвокат относительно вопросов допустимости и недопустимости доказательств, относительно того, признает клиент свою вину, либо ее не признает. И в зависимости от этого выстраивание позиции по осуществлению защиты клиента. Прекрасные примеры, это, наверное, дело Щекотило, где я уверен, что и адвокат, и прокурор, и в том числе и судья считал, что осужденные совершали преступление, их было, и они были расстреляны. В итоге оказалось, что эти лица не совершали такого преступления. Здесь возникает, или, например, дело Светланы Зайцевой, где она признавала свою вину и через длительный период времени была признана невиновной. И поэтому не всегда, когда клиент признает свою вину, адвокат должен занимать позицию о виновности клиента. Для этого должны быть абсолютно объективные показатели и доказательства такой виновности. А также эти доказательства должны быть законными, абсолютно правильным, предусмотренным уголовно-процессуальным кодексом способом. Если у адвоката возникает сомнение относительно виновности клиента при обстоятельствах, когда клиент признает свою вину, в этом случае не только допустимо, но и обязывает адвоката правила адвокатской этики не соглашаться с клиентом, занять противоположную позицию по этому вопросу. Но как же быть в том случае, если адвокат уверен в виновности клиента, однако клиент занимает позицию относительно своей невиновности и настаивает на своей невиновности в конкретном уголовном производстве? Опять же, мы должны обратиться к правилам адвокатской этики, которые регулируют эти вопросы, где будет указано, что адвокат в таком случае не может занимать позицию относительно виновности клиента и должен занимать такую же позицию, как клиент, относительно его невиновности. Может ли адвокат рекомендовать клиенту при определенных обстоятельствах и той информации, которую клиент рассказал адвокату, признать вину, заключить соглашение со следствием, ну, соответственно, понимать, какое реальное наказание он будет иметь и какие правовые последствия такое признание вины будут для него при определенных обстоятельствах в конкретном уголовном производстве. Да, это возможно, но опять же, на наш взгляд и на мой личный взгляд, адвокат не должен настаивать на определенном принятии решения. Адвокат должен рекомендовать, адвокат должен разъяснять последствия признания своей вины, заключение соглашения признания вины, непризнание вины и какие правовые последствия в том или ином случае, в конкретном уголовном производстве могут быть или могут за собой повлечь. И, соответственно, клиент должен выбрать принятую позицию самостоятельно. Адвокат не вправе принимать за клиента решение по тому или иному вопросу в рамках уголовного производства. Иногда абсолютно правильно и логично признать свою вину, и одним из случаев недавнего дела, в котором я в том числе принимал участие в качестве защитника, это иностранные лица, которые провезли в своем автомобиле
наркотические вещества и были привлечены к уголовной ответственности за контрабанду наркотических веществ. В этом случае одним целью клиента этого избежать реальной уголовной ответственности в виде там, лишения свободы, либо даже условного. Почему? Потому что иностранцы каким образом будут реализовывать эти последствия, даже несмотря на то, что уголовный кодекс, санкции статьи не предусматривают такой меры наказания, как условный срок, либо штраф. Однако, просматривая судебную практику, просматривая соглашение о признании вины, мы увидели о том, что существует практика применения положений статьи 75, 69 и назначения наказания нижнейшего, в том числе применение штрафных санкций к иностранцам, если на самом деле такие действия не имели негативных последствий и наркотические вещества были не в больших размерах, а для личного пользования. И в этом деле было заключено такое соглашение о признании вины с применением штрафа, и штраф был меньше, чем даже сумма залога, которая разбиралась изначально, и клиенты остались довольны, остался довольный прокурор, потому что он раскрыл дело, закончил это дело, направил его в суд, решение не обжаловалось ни со стороны защиты, ни со стороны обвинения. Таким образом, в таких случаях и в таких делах это имеет вопрос целесообразности. Почему? Потому что если мы бы говорили относительно доказывания невиновности, так как и в этом деле было не все в порядке с доказательствами, сбора доказательств изначально, этот бы процесс в реалиях Украины затянулся бы на 2, 3, 5 лет, что вполне не устраивало клиента в конкретном уголовном деле. Бывает ситуация, что целесообразно пойти на соглашение, но условия, которые предлагает сторона обвинения, они неприемлемы для клиента. И в этом случае сторона защиты должна продемонстрировать то, что доказательства, которые имеются в рамках уголовного производства, являются сомнительными, и эти доказательства в судебном рассмотрении потенциально могут быть признаны недопустимыми доказательствами и потенциально, да, за длительный период времени, но сторона защиты получит оправдательный приговор. Такая демонстрация таких вещей склоняет орган досудебного расследования к получению более выгодных условий при заключении соглашения о признании вины. Но бывают ситуации, где клиент говорит: да, окей, я совершил преступление, но не считая, что это преступление является достаточно серьезным, либо это преступление несет формальные признаки преступления, но не является общественно опасным. Тут было правильно со стороны органа судебного расследования применить часть 2 статьи 11 Уголовного кодекса Украины, где гласится о том, что если действия имеют формальный состав преступления, но не является общественно опасным, это не является преступлением, да, и прекратить уголовное производство. Однако я не встречал ни разу таких постановлений либо таких решений органа судебного расследования. Как правило, если орган судебного расследования установил формальные признаки преступления, этот орган вручает уведомление о подозрении, вручает обвинительный акт и направляет дело в суд. Таких категорий дел у меня было несколько, и в одном из дел, даже в этих двоих делах, которые не имели общественной опасности последствия, клиенты заняли абсолютно принципиальную позицию относительно признания их невиновными. В одном случае итогом такого производства, это был длительный процесс по первой инстанции, еще по старому ПК, когда лицо признали виновным в совершении преступления. Апелляция прекратила уголовное производство за отсутствие доказательств совершения преступления. Касация отменила такое решение и направила в апелляцию. Апелляция направила на дополнительное расследование по старому УПК, внеслись ведомости в ЕРДР, и потом, после внесения таких ведомостей, нами было подано ходатайство об ограничении сроков досудебного расследования.
И такое решение было принято тоже с борьбой, потому что следственные судьи отказывали, говоря о том, что такие ходатайства не предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом. Апелляционный суд отменил такое решение, указав на необходимость его рассмотрения по существу, после чего было принято решение следственным судьем об ограничении сроков досудебного расследования на месяц. По итогу мы получили постановление органа досудебного расследования о прекращении уголовного производства. Результатом иск, взыскание, затрат на правовую помощь, морального вреда, материального вреда в ходе осуществления такой защиты. Во втором случае это длительный процесс, который длился у нас порядка 5 лет. Это получение оправдательного приговора в суде первой инстанции, в суде апелляционной инстанции. На сегодняшний день дело находится в суде кассационной инстанции. Поэтому, объясняя позицию клиенту или объясняя позицию относительно последствий быть признанным виновным, либо последствий защищаться и потенциально быть признанным невиновным, адвокат в любом случае должен проанализировать все имеющиеся в материалах уголовного производства доказательства с точки зрения надлежащих. Надлежащее ли это доказательство, относится ли оно к этому уголовному процессу? Доказывает ли оно то, что необходимо доказать в конкретном уголовном производстве? Допустимо ли это доказательство? То есть получено ли оно в соответствии с требованиями УПК? Не нарушает ли способ получения такого доказательства положение там, Конституции Украины, международно-правовых актов? Открыто ли такое доказательство стороне защиты в ходе или при окончании досудебного расследования? Взвесив эти обстоятельства, рассказав о потенциальных возможностях, адвокат, соответственно, может абсолютно правильно дать консультацию клиента, и после чего клиент более осознанно сможет признать или выбрать соответствующую позицию и способ защиты от уголовного преследования. Иногда бывают ситуации, где клиент говорит относительно того, что он считает себя виновным. Тут обязательно нужно уточнить у клиента, в чем он считает себя виновным. Почему? Потому что он может признавать вину, но не в той квалификации действий, которому меняет орган досудебного расследования. Поэтому надо абсолютно точно выяснить у клиента правовую природу признания вины. В чем он признает себя виновным? Потому что клиент может ошибочно признавать себя виновным в том, что он не совершал, а иногда эти действия могут и не являться составом преступления. Ну, к примеру, орган досудебного расследования подозревает, последующим обвиняет клиента в совершении мошенничества, фабула в которой взял деньги, но не вернул. Клиент говорит, я признаю себя виновным, потому что да, взял деньги, но не вернул. В ходе интервьюирования клиента, уточняя, а у вас было желание не вернуть эти деньги в момент, когда вы их брали? Нет, я хотел их вернуть в момент, когда их одалживал, но произошли такие у меня ситуации в бизнесе, что я не смог их отдать, но я в любом случае хочу их отдать в будущем. То есть, есть ли в этих действиях состав преступления? В этих действиях нет состава преступления, предусмотрено статьей 190. Поэтому клиент, хотя и признавался себя виновным. Поэтому надо обязательно выяснять правовую природу, правоотношения, которые возникли между субъектами уголовно-правовых отношений. Ну и исходя из этого, выстраивать позицию в уголовном процессе. Очень часто возникают такие ситуации, когда клиент приходит к адвокату и говорит, вот вы знаете, у меня есть проблема. Мы знаем, что вы отличный специалист, вас нам порекомендовали, вот поэтому мы к вам обратились и хотели бы получить правовую помощь. Оговаривается с клиентом условия, выслушивается, анализируется, оговаривается гонорар. Клиент говорит, ну вы мне гарантируете результат того, что вот я буду оправданный, либо дело прекратится, либо я получу такой срок, а никак не другой. К сожалению, в практике встречается такая ситуация, что очень часто коллеги гарантируют результат
по конкретным уголовным производствам, либо по конкретным вопросам, по которым к ним обращается клиент. Однако хотел бы обратить внимание, что это прямо запрещено правилами адвокатской этики, и адвокат никогда не должен гарантировать никакого результата. Адвокат никогда не должен обещать никакого результата. Адвокат никогда не знает, какой результат будет по делу, которым он им занимается. Поэтому, если встречается ситуация о гарантиях, это, скорее всего, ситуация в обмане, в том числе и самого себя. В этом случае единственная гарантия, которая может быть и которая может высказать адвокат, это в том, что он надлежащим образом, это даже обязанность адвоката, будет относиться к поручению принятого от клиента. И на эти вопросы, когда непосредственно к нам или ко мне обращается клиент с определенными гарантиями, мы объясняем, что а, это запрещено правилами адвокатской этики, б, не мы принимаем решение по тем или иным вопросам, с, мы никогда никому ничего не гарантируем, кроме ситуации, что мы надлежащим образом будем относиться к поручению клиента. К сожалению, ситуации в практике бывают, когда адвокаты не знакомятся с материалами уголовного производства, не знают этих материалов уголовного производства, но при этом говорят относительно необходимости признания вины, либо отсутствия необходимости признания такой вины, принимая в том числе за клиента решение относительно правовой позиции по уголовному делу, что в том числе является неправильным. Как я уже говорил, перед тем, как выработать правовую позицию с клиентом, адвокат обязан ознакомиться с материалами уголовного производства. Очень часто клиенты задают вопросы: а как вы считаете, вот были бы вы на моем месте, какое бы решение вы приняли? Что, по сути, говорит, а давайте вы примете за меня решение по уголовному производству, признавать мне вину, либо ее не признавать. Что также является недопустимым, и в этом вы, во-первых, не на том же месте. Вы адвокат, вы советник. Во-вторых, недозволительно клиенту давать возможность перелаживать на вас ответственность выбора правовой позиции, а тем более признавать ему вину, либо не признавать. Почему? Потому что в противном случае результатом такого принятого решения будет претензия клиента, а она однозначно будет, если он будет недоволен. Вы же мне сказали вот принять именно такое решение, я вас послушал, а теперь мы пришли к такому негативному результату. Я не хотел, чтобы меня признавали виновным, а меня признали виновным. Я вот считаю, что необоснованно наказан, а тем более я вам получил гонорар, поэтому, пожалуйста, верните мне гонорар и так далее. То есть вы сами себя поставили в ситуацию быть заложником своего клиента, что также является недопустимым и нарушает правила адвокатской этики. Говоря о рамках допустимого, мы всегда должны обращаться к вопросам, предусмотренным правилам адвокатской этики. Почему правила адвокатской этики, почему я тут часто сегодня на них ссылаюсь? Потому что они созданы, выработаны, описаны не просто так. Это те правила, которые описаны конфликтными ситуациями и рекомендуемы для избежания конфликтной ситуации. А иногда не только рекомендуемы, а обязанности для адвоката. Их нарушение влечет за собой абсолютно иногда несправедливое, иногда абсолютно справедливое наказание в виде там, предупреждения, приостановления свидетельства, либо вообще лишения свидетельства о праве на занятие адвокатской практикой. К сожалению, очень часто адвокат идет на шаг за принятие решения за клиента, гарантии по тому или иному вопросу, либо процессу, лишь по причине необходимости получения гонорара. Но здесь надо отметить, что деятельность адвоката – это не обогащение, это служение обществу, и не должно стоять самоцелью получить любым способом гонорар, обещав три горы и то, что это обязательно будет и тому подобное. Надо быть абсолютно честным и открытым с клиентом для того, чтобы
поставить или выработать определенные условия еще на берегу, еще до того момента, как вы взяли поручение клиента, потом сказали, ой, извините, я вам обещал, а у меня не получилось. А так обязательно рано или поздно произойдет. Почему? Потому что, опять же, не адвокат принимает решение в конкретных делах, там, в суде, либо на стадии досудебного расследования. При этом, выработав позицию по делу, согласовав ее с клиентом, адвокат должен понимать, каким способом, реальным способом он сможет ее достичь. И это понимание должно у него быть присуще хотя бы в общих тезисах еще на стадии, когда вы согласовываете с клиентом правовую позицию. То есть вы должны понимать, что в случае, если клиент признает свою вину, тактика защиты будет настроена на уменьшение наказания клиенту по конкретному уголовному производству. Либо когда клиент не признает свою вину, тактика будет связана либо с отсутствием доказательств по уголовному производству, либо отсутствием состава или события даже уголовного правонарушения. И вот в конкретном деле надо понимать, что конкретно адвокат должен будет использовать и каким способом он способен это провернуть, обвинение. Я специально говорю не доказать, потому что в соответствии с положением статьи 63 Конституции Украины, статьи 17 Уголовно-процессуального кодекса, не сторона защиты доказывает невиновность, а сторона обвинения должна доказать вину по заразумным сомнениям, да, как цитируется у нас, исходя из Уголовно-процессуального кодекса Украины. Хотя зачастую, очень часто, я в последнее время вижу тенденции, где и следственные судьи, и судьи, вынося даже обвинительный приговор, пишут, что приблизительно к тексту, цитирую последний приговор, который я получил, сейчас он находится на стадии апелляционного обжалования, сторона защиты не доказала более вероятную свою версию, чем версию стороны обвинения. Поэтому суд приходит к выводу относительно виновности. То есть фактически суд не указал о бесспорной доказанности вины, он просто выбрал более вероятную версию происходящих событий, что прямо запрещено Конституцией Украины, либо Уголовно-процессуальным кодексом, либо такие цитаты с решений следственных судей, что сторона защиты не доказала непричастность своего клиента совершения правонарушения, либо необоснованность подозрения в конкретном уголовном производстве, что прямо опять же противоречит положениям Уголовно-процессуального кодекса и Конституции Украины. Возможно, такая тенденция связана с тем, что у нас нехватка кадров в судебной системе, и судьи-цивилисты начинают заниматься уголовной практикой, а мы знаем, что с точки зрения гражданского процессуального кодекса каждая сторона должна доказать те требования, на которых она основывается. И, возможно, из-за этого часть гражданского процесса у нас переходит в уголовный процесс. Очень большая проблема на практике – это коммуникация. Приходит ко мне клиент и говорит, вы знаете, вот мы почему-то считаем, что наш адвокат вот не туда идет. Вот мы хотим, мы заявляем о своей невиновности, а вот адвокат постоянно нам говорит, вот было бы проще, было бы лучше, было бы меньше времени. Мне кажется, что нашего адвоката то ли купили, то ли он плохой специалист. Вот давайте вы проверите работу своего коллеги, адвоката. Ну, во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что мы, адвокаты, не должны проверять работу своих коллег. Мы не дисциплинарная квалификационная комиссия, у каждого адвоката есть свой метод и своя тактика. Большая проблема в этом вопросе – это вопрос коммуникации. Коммуникации между адвокатом и клиентом. И когда, как только она отсутствует, клиент начинает сомневаться в квалификации адвоката, и клиент начинает сомневаться, на его ли стороне адвокат. И в этих вопросах я всегда рекомендую таким клиентам вернуться к своему адвокату, проговорить с ним вопрос коммуникации и задать ему те вопросы, которые вы задаете мне сейчас. 90 случаев
такой рекомендации. Клиент остается с предыдущим адвокатом. И тезис, который я ставил, что отсутствует коммуникация, он был верен. Клиент возвращается, они находят коммуникацию, восстанавливают этот вопрос, и адвокат продолжает успешно при том предоставлять правовую помощь, получая успешный результат по такому уголовному производству. Плюс к этому желательно, конечно, нам, как адвокатам, перезвонить коллеге, а тем более это даже наша прямая обязанность с точки зрения правил адвокатской этики, набрать коллегу и сказать, что ко мне приходил твой клиент, ну и высказал такие позиции, я считаю, что у вас не хватает коммуникации, поэтому пообщайся с клиентом, выясни эти вопросы и так далее. Бывают ситуации, где наши коллеги, мы непосредственно занимаем одну правовую позицию, клиент бежит к другому адвокату и говорит, а мне там пообещали, что я буду невиновен, вы мне такое обещание не даете, а там мне обещают и гарантируют, что я буду невиновен. На это абсолютно честно надо клиенту сказать, что и проговорить с ним, что невозможно обещать то, за решение которое человек не принимает участие. Адвокат не выносит решение, не выносит приговор, поэтому гарантировать не может. Но давайте сделаем, говорит клиент, по-следующему, я вам дам деньги, вы понесете там следователю, прокурору, либо следственному суде, либо суде, и договоритесь о том, чтобы я был невиновен. Либо я признаю свою вину, мы дадим взятку, и мне дадут вот не 5 лет, 10 лет, а дадут мне условно. Категорически невозможно, недопустимы такие вещи. Категорически не рекомендуются такие вещи. Почему? Потому что такие вещи несут ряд негативных, я думаю, понимаем, последствий. Первое – это репутационные. Второе – это нарушение правил адвокатской этики. Да и третье – это уголовно наказуемое деяние. Ну и, наверное, самое важное – а зачем мы получали юридическое образование? Там, смотрим, читаем друг другу лекции, пишем работы, читаем уголовно-процессуальный кодекс, чтобы в итоге быть посыльным. Думаю, здесь важен вопрос знаний. И возможно ли с точки зрения знаний получить тот же самый результат, а может быть еще и лучше, чем с точки зрения посредничества и дачи соответствующих неправомерных вознаграждений? Думаю, что да. На самом деле мы должны понимать, что меняется ситуация, и слава богу, что орган досудебного расследования, его продолжением очень часто являются следственные судьи, которые поддерживают такой вот орган досудебного расследования и играют на их сторону, говоря о том, что вот пускай это будет, пока мы не можем дать оценку, допустимо оно или нет, в суде разберетесь. Мы даем разрешение на обыск, в суде разберетесь. Мы даем санкцию, ну, в суде потом опять же разберетесь, докажете, если есть там, докажете, если там нету вины, невиновность. Мы должны понимать вот эту ситуацию, ее наперед обыгрывать. То есть что мы можем сделать такое, чтобы в результате обыграть орган досудебного расследования. К примеру, недавно в одном из производств, это дело по части 4 статьи 190, к нам обратился клиент с тем, что ему вручили уведомление о подозрении, фабула, которая очень интересна, это в том, что его подозревают за владение мошенническим путем железобетонными плитами, которые он продал, и из них получил там огромную прибыль на часть 4 190. Вот, и поэтому этому клиенту надо избирать меру пресечения, слава богу, вот, в виде ночного домашнего ареста. На стадии, стадии досудебного расследования было подано такое ходатайство, следственный судья отказал в утверждении ходатайства избрания такой меры пресечения, избрав личное обязательство. Мы подали апелляционную жалобу, так как личное обязательство не подлежит обжалованию меры пресечения, но отказ утреннего ходатайства о избрании ночного домашнего ареста либо домашнего ареста подлежит апелляционному обжалованию, что мы указали в апелляционной жалобе.
Апелляционный суд нам тоже отказал в открытии производства, подали кассационную жалобу. Кассационная инстанция указала, что суд апелляционной инстанции правильно принял решение, отказывав открыть апелляционное производство. Но, как минимум, мы получили отдельное мнение судьи кассационной инстанции Верховного суда. И на сегодняшний день рассматривается вопрос обращения в Конституционный суд. То есть это один из элементов вопроса об основанности подозрения, который мы в том числе сможем использовать в ходе судебного рассмотрения. Кроме этого, получив материалы о избрании меры пресечения, мы обратили внимание на экспертизу. Откуда же сумма? Часть 4 статьи 190, она должна чем-то обосновываться. Клиент говорит, я не совершал это преступление. Он объяснил мотивы, почему это производство существует, почему его хотят привлечь, но каким-либо способом и по какому-либо надуманному делу, но в действительности он не совершал этого преступления. Мы обратили внимание на экспертизу, авторовеческая экспертиза по поводу стоимости, рыночной стоимости плит. В фабуле указывается, что эти плиты были, ими он завладел там, в 2017 году, а дело внесено в ведомости в 2019 году. Ну и, собственно говоря, эксперт в 2020 году определил, что стоимость их на состояние 2017 года на такие-то месяца, он был там порядка миллиона гривен. А где же плиты? А где подтверждение, что плиты были? А где ситуация, что плиты есть и в каком они состоянии? Эта информация материала уголовного производства не содержит. В связи с этим возникает вопрос, а какая перспектива данного дела, по сути, в рамках судебного рассмотрения? Никакой. Ну и, соответственно, абсолютно точная правовая позиция здесь со стороны защиты относительно защиты и требования вынесения оправдательного приговора. И в этом случае о никаком признании виновности, даже в самой минимальной, речи идти не может. Самым характерным, что в рамках этого уголовного производства нами было заявлено ходатайство о проведении ряда следственных действий, на что мы получили отказ, проведение экспертизы установления нахождения плит, и тем более проведение еще одной экспертизы, это строительная экспертиза, нам надо понимать состояние этих плит, на что нам тоже было отказано. Мы обжаловали этот отказ следственному судье, но он сказал, что учитывая то, что вам огласили об окончании досудебного расследования, вы, собственно говоря, не имеете права заявлять никаких ходатайств, и вам необходимо отказать в удовлетворении, абсолютно правильно отказал вам следователь в удовлетворении таких ходатайств. Там я, как следственный судья, не могу провести судебный контроль, а все вопросы вы сможете разрешить в ходе судебного рассмотрения. То есть мы исчерпали такую вот возможность через следователя разрешить эти вопросы, но не исчерпали как защитники возможность получить такие же результаты, как защитники, получив копии материалов дела, поставив правильно вопросы эксперту, получив экспертизу, открыв ее в результате, ну и, соответственно, разбив тезис со стороны обвинения уже в ходе судебного рассмотрения, исходя из тех материалов, которые были изначально. Бывают случаи, когда есть дела частного обвинения. Мы понимаем, что по делам частного обвинения можно признать вину, встретиться с потерпевшим, либо наоборот инициировать встречу потерпевшим с обвиняемым, с подозреваемым. И в таком случае потерпевший будет иметь возможность отказаться от обвинения. Отказаться от обвинения, и на этом все уголовное производство будет прекращено. В одном из дел, которое я принял поручение, ко мне обратились после вынесения определения судом апелляционной инстанции, то есть приговор по которому вступил в законную силу. Относительно там была драка, были нанесены телесные повреждения, но это было дело частного обвинения. Мы отменили определение апелляционной инстанции в Верховном суде, и я настойчиво рекомендовал клиенту организовать круглый стол с потерпевшим, возместить вред
которые они заявили. Он говорил о том, что он считает себя невиновным. Но, к сожалению, на этом этапе защиты, где ты не принимал участие в надсудебном расследовании, в открытии материалов, в ходе судебного рассмотрения, в ходе рассмотрения в суде апелляционной инстанции и незначительных оснований отмены в Верховном суде, мы понимали, что результат пересмотра без этих обстоятельств будет такой же. То есть клиент будет признан виновным. В этом случае мы однозначно рекомендовали клиенту встретиться и возместить вред, и, насколько нам было известно, сторона потерпевших была бы не против, чтобы перед ней извинились и возместили вред, и на этом бы все уголовное производство закончилось. Клиент занял принципиальную позицию о том, что он не пойдет на никакого примирения, никакого возмещения, никакого признания вины, ну и, соответственно, будет биться до конца. Итог был следующим, что мы вышли с этого уголовного производства, клиента осудили, он отбывает на сегодняшний день наказание. То есть, хотя говорит о том, что, наверное, было бы правильно прислушаться к вашей рекомендации относительно примирения. При этом приговор бы первой инстанции был бы отменен, определением суда апелляционной инстанции дело прекращено, в нем даже было, не было судимости, так как отказ от обвинения равносильно как отказ обвинения прокурора в уголовном процессе. Прокурор бы тоже был вынужден был отказаться. И в этом бы случае были бы достигнуты все цели с точки зрения юридического, но характер людей тоже иногда влияет на результат, характер клиентов, на результат по уголовному производству. В некоторых случаях очень правильно, медиация, да, в уголовном процессе. Существует ли она, должна ли она существовать, и связано ли это с мерами признания виновности, либо невиновности в уголовном процессе, заключение тех, соглашение признания вины, либо соглашение с потерпевшим о примирении, однозначно имеет значение. Тем более в делах, связанных с частным обвинением, адвокат в первую очередь, на мой взгляд, должен использовать те наиболее меньшего сопротивления, это найти компромисс, понимать, что хочет потерпевший в конкретном уголовном производстве от клиента, если вы защищаете обвиняемого, либо наоборот, что хочет потерпевший от обвиняемого, встретиться с коллегой, который либо представляет интересы, защищает обвиняемого, либо с коллегой, который защищает интересы потерпевшего, выяснить эти вопросы и найти компромиссное решение в этих вопросах для того, чтобы каждый из сторон, была сатисфакция, потерпевший получил ее в виде денежных средств, возможно, извинения. Б, человек, который оступился, не понес наказание, здесь будет баланс. И, видимо, в этом разумении законодатель предусмотрел возможность уголовного процессуального законодательства примирения сторон и отказ от обвинения и прекращение этих уголовных производств. Очень забавным случаем в моей практике был, когда потерпевшая обратилась ко мне для защиты интересов подозреваемого. Я несколько раз переспрашивал, вы хотите, чтобы я защищал подозреваемого и хотите вносить гонорар за подозреваемого, чтобы я его защищал? Говорит, конечно, я хочу, чтобы я потерпевшая, чтобы вы защищали подозреваемого. Говорю, я не понял, а как? Вы писали, говорит, заявление? Конечно, я писала заявление. Вы вызывали полицию? Говорит, я вызывала полицию. И вы сейчас хотите, чтобы я защищал подозреваемого? Да, я хочу, чтобы вы защищали подозреваемого, вот я хочу даже оплатить гонорар и заключить с вами соглашение. Говорю, окей, а что за ситуация? Говорит, ситуация следующая, у меня есть знакомый парень, который помогал мне по хозяйству, там, он стриг газоны, поливал там территорию, ну и параллельно он, говорит, работал на мойке. Я попросил его отправить автомобиль на мойку, он поехал на автомобиле на мойке. Потом без моего согласия он оттуда угнал автомобиль. Ранее он судим, у него условный срок. Если вот сейчас его будут за незаконное завладение транспортного средства судить еще раз, а его подозревают, то его посадят на много лет, а я вот
Мне его стало жалко, и я не хочу, чтобы он сидел. Я его простила, несмотря на то, что мой автомобиль попал в ДТП, и он был разбит. Интересная была ситуация. По сути, в фабуле что мы имеем? Мы имеем в том, что фактически у нее и у подозреваемого возникли трудовые правоотношения. Возникли же, он у нее работал, она платила ему денежные средства. Раз возникли правоотношения, то давайте посмотрим дела частного обвинения. Я сразу смотрю, это не дело частного обвинения случайно. А можно ли здесь как-то по меньшему сопротивлению? О, дело частного обвинения, незаконное завладение транспортным средством работником у работодателя. Прекрасная фабула уже совпадает. Вот у нас обстоятельства, единственное, нам надо доказательства. Ну, заключили они соглашение. И нами было подано ходатайство о прекращении уголовного производства, точнее отказ от обвинения и прекращение уголовного производства. Следователь была удивлена, но результатом такого дела было постановление о прекращении уголовного производства в связи с примирением потерпевшего и подозреваемого в уголовном деле. Поэтому рекомендация в этом вопросе первая – это проверять, не является ли дело, с которым вам обратился клиент, делом частного обвинения. Если же оно является делом частного обвинения, то какими правовой природой, да, оно должно обладать и каким способом все ваши первоначальные усилия должны быть направлены на наименьшее сопротивление для того, чтобы это дело прекратить. Конечно же, бывают дела, где, несмотря на то, что это дело частного обвинения, они надуманы. Надуманы самим потерпевшим, и ваш клиент, которого подозревают, а возможно и обвиняют в совершении какого-то правонарушения, никогда такого правонарушения не совершал и, соответственно, готов бороться с позиции признания себя невиновным, даже там к последствиям компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Каждое дело надо просматривать, исходя из этих обстоятельств. Бывают ситуации, где мы точно понимаем, что заведомо ложное сообщение о преступлении. Клиент говорит, я даже не знаком с человеком, который указал о том, что я совершил преступление. Вот я не знаком, мы выбрали с вами позицию «не признаем вину». Но тут надо понимать сразу тактику. Но если он заявил о том, что очевидно не происходило, то это тоже уголовно наказуемое деяние. Заведомо незаконное сообщение, неправдивое сообщение о преступлении. Уголовно наказуемое деяние. И, наверное, логично в этом случае рекомендовать вашему клиенту обращаться с заявлением о внесении ведомости в единый реестр досудебного расследования по факту незаконного сообщения, заведомо незаконного сообщения о преступлении в отношении вашего клиента. Либо бывают ситуации, где мы понимаем, что человека абсолютно незаконно привлекают к уголовной ответственности. Здесь тоже предусмотрено уклон ответственности за заведомо ложное привлечение к уголовной ответственности. И здесь также будет правильно с точки зрения тактики подавать такое заявление, так как зачастую, не получая статуса подозреваемого, даже вообще никакого статуса в уголовном процессе, мы понимаем, что досудебное расследование в отношении такого вашего клиента, оно ведется, и в итоге через некоторый период времени ему сразу вручат подозрение, заберут меру пресечения, через несколько дней еще огласят об окончании и вручат обвинительный акт. То есть фактически вы не сможете выстроить правильную правовую позицию, собрать надлежащие и достаточные доказательства, которые доказывают, к сожалению, нам приходится это делать, доказывают невиновность клиента. От внесения ведомости в единый реестр досудебного расследования позволят защитнику собирать доказательства параллельно в рамках иного уголовного производства. Ну, к примеру, говоря о том, что заведомо ложное сообщение о преступлении, ну, наверное, в рамках этого ЕРДРа необходимо получить доступ к заявлению, допросить лицо, которое подавало заявление, допросить иных лиц и уже возможно установить, что в рамках другого вашего, по вашему заявлению, уголовного производства, установить
факт отсутствия события преступления. И эти доказательства в том числе использовать при открытии материалов уголовного производства стороной защиты. Возможно, на этой стадии уже и прекратится то дело по заявлению, а наоборот, лицо, которое подало заведомо ложное заявление о совершении преступления, будет привлечено к уголовной ответственности. Сложнее говорить о делах, где мы подаем заявление о внесении ведомости в единый реестр досудебного расследования по факту заведомо незаконного привлечения к уголовной ответственности. Здесь практика ведет к тому, что нет уже оправдательного приговора. Тем более нет оправдательного приговора, вступившего в силу. И вот если есть оправдательный приговор, то тогда, возможно, мы можем говорить за заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности. Как минимум такая позиция звучит от ДБР, хотя, на мой взгляд, она неверная, она не обусловлена требованиями Уголовного кодекса, так как в Уголовном кодексе не указано относительно такого факта, как оправдательный приговор. Почему? Потому что параллельно необходимо проверять те же обстоятельства, которые указаны в изначальном уголовном производстве. Поэтому, выбирая позицию с клиентом о признании либо непризнании вины, мы должны параллельно понимать, какими средствами в виде доказательств мы будем защищаться, как мы можем их получить, как наиболее эффективно реализовать это же количество времени в защите клиента и получить опровергающее доказательство, которое меняет клиенту как вину. Это параллельное уголовное производство, которое взаимоисключают изначально производство, где привлекают вашего клиента к уголовной ответственности. Говоря о рамках допустимого компромисса признания вины либо непризнания вины, я, наверное, абсолютно правильно скажу о ситуации, где у адвоката с клиентом абсолютно противоположные правовые позиции. Клиент не слушает адвоката, делает, что хочет. Это вопрос расторжения соглашения с адвокатом, потому что в отличие от адвоката, который принимает участие в гражданском деле, в уголовном есть своя специфика, и уголовный процессуальный кодекс содержит отдельное положение УПК, которое определяет возможности расторжения соглашения между клиентом и адвокатом. Там прямо прописано, что в случае, если клиент не прислушивается к законным рекомендациям адвоката, адвокат имеет право в одностороннем порядке расторгнуть соглашение. Если клиент не исполняет условия соглашения, адвокат имеет право расторгнуть соглашение с адвокатом, с клиентом. Если расходятся правовые позиции у адвоката с клиентом, они могут расторгнуть соглашение. И такое еще, если недостаточно квалификации адвоката, он говорит, мне не хватает квалификации в рамках вашего производства, я вынужден расторгнуть с вами соглашение на оказание правовой помощи. То есть вот законодатель абсолютно четко предусмотрел случаи, при которых адвокат может расторгнуть в одностороннем порядке соглашение со своим клиентом. Ну, поэтому не совсем правильно, даже, на мой взгляд, недопустимо говорить клиенту, что вот в случае, если вы не сделаете вот так, я с вами будете защищать себя самостоятельно. То есть, во-первых, такие действия несоблюдения законных рекомендаций адвоката должны быть системные, потому что законодатель указал системное неисполнение законных рекомендаций адвоката. То есть клиент должен системно один, два и более раз не прислушаться к рекомендациям адвоката. Но адвокат в таком случае не сможет защищать клиента, и если клиенту понадобится правовая помощь, ему вот такая правовая помощь будет назначена. Особенно сложная ситуация – это когда обязательное участие адвоката, когда лицо является иностранцем, когда лицо является недееспособным, когда лицо является несовершеннолетним, когда лицо не умеет писать, читать, либо когда лицо обвиняется в особо тяжком преступлении, там обязательное участие адвоката, и
Вот эти вот исключения, они имеют особую специфику, да, и учитывая обязательное участие адвокатов, как правило, в случае расторжения соглашений назначается адвокат системы безоплатной вторичной правовой помощи. Поэтому в завершение позиции тезисно скажу следующую вещь, что нету концепции, при которой или формулы всегда можно говорить, что вот в этом деле обязательно надо признавать вину, а вот в этом деле никогда нельзя признавать вину. Этот выбор является выбором клиента. Второе. Задача адвоката – это не продать клиента. Задача адвоката – это защитить клиента от выдвинутого обвинения. Третье. Вне зависимости от того, что клиент признает себя виновным, либо не признает, адвокат, исходя из материалов уголовного производства, исходя из наличия доказательств и фабулы дела, должен для себя понимать, насколько доказано с точки зрения не внутреннего восприятия, что вот я считаю, мой клиент виновный, а с точки зрения законодательного требования к доказательств, законно доказано или потенциально доказывается вина такого клиента. Почему? Потому что, приводя вот первый пример о деле Щекотило, я уверен, что и адвокат, самое главное, и прокурор, и судья были уверены, и следователь, в виновности конкретных лиц, которые в действительности были невиновны. Поэтому адвокат, как специалист, должен через свое субъективное восприятие, а восприятие его субъективно должно быть профессиональное, с точки зрения наличия доказательств, усматривать доказанность, законно доказанность его вины, либо нет. Возникает вопрос, почему незаконно получены доказательства, а возможно это фальсификация следователем конкретного уголовного производства. И только тогда занимать такую позицию, и если адвокат видит, что доказательства собраны незаконно, то бороться за невиновность клиента, несмотря на то, что клиент признает свою вину. На мой взгляд, недопустимо, когда адвокат в апелляционной жалобе ставит вопрос или требование, вот избрали клиенту меру пресечения в виде содержания по страже, он говорит, а клиент занимает позицию, я не совершал преступления. Адвокат говорит, ваша честь или уважаемые судьи в апелляционной инстанции, прошу вас отменить определение следственного судьи и избрать своему клиенту меру пресечения в виде домашнего ареста. Ну, во-первых, адвокат не прокурор. Вряд ли он может просить избрать клиенту меру пресечения. Он может просить не избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы. Пускай суд решит, может, суд в этом случае хотел избрать ему личное обязательство. Адвокат берет и ему избирает, просит избрать меру пресечения. Он говорит, ну, раз адвокат просит, мы хотели личное, ну, будет вам ночной домашний арест. Это недопустимо. Плюс к этому усматривается противоречие позиции адвоката с клиентом. Клиент говорит о своей невиновности, значит, адвокат ставит вопрос отсутствия обоснованности подозрения. Расставит адвокат позицию относительно отсутствия обоснованности подозрения, то значит, он не может просить избирать ему меру пресечения, должен просить отказать удовлетворение ходатайства полностью, используя свои юридические знания, свой опыт и материалы уголовного производства. Далее. Тезис относительно того, что адвокат всегда должен анализировать материалы перед тем, как избрать правовую позицию работы с клиентом. Адвокат никогда не должен гарантировать и обещать результат по делу своим клиентам. Единственной гарантией может служить это надлежащее качество своей работы. Это даже обязанность, которую, я подчеркиваю, предусмотрена и законом адвокатуре, и присягой адвоката, и правилами адвокатской этики. Адвокат всегда должен идти по вопросу меньшего сопротивления и проверять, не является ли это дело делом частного обвинения. Невозможно ли примирить сторон, субъектов уголовно-правовых отношений и вообще исключить виновность своего клиента, длительного процесса, больших затрат для клиента и так далее. Нервотрепки. Почему? Потому что в реалиях, к сожалению, нашей страны у нас, чтобы доказать, опять же, к сожалению, используя такой термин, чтобы доказать свою невиновность, надо потратить кучу времени, надо потратить кучу сил, кучу нервов и кучу денег.
Почему? И, к сожалению, в нашей стране иногда приходится доказывать свою невиновность, хотя ты не причастен к этому делу. Примером может быть служить дело Игоря Слабенко, оно публично, поэтому я могу его назвать. В Черкассах 14-летний мальчик на тот период времени незаконно обвинялся в нанесении тяжких телесных повреждений 13-летнему мальчику, находился под стражей, был вынесен приговор, который был вынесен сроком выше высшей меры, что вообще не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом Украины, даже международной практикой. Я вступил в силу на стадии, уже когда этот приговор был вынесен, на стадии апелляционной. Слава Богу, суд апелляционной инстанции отменил. И на сегодняшний день он уже совершеннолетний мальчик, который там полгода назад мы получили приговор, которым он был признан невиновен. Но продолжается, дело еще не закончилось. У нас еще апелляционное производство, еще, скорее всего, кассационное производство. Вот те критерии времени, которые, к сожалению, присущи в нашей стране. И учитывая эти обстоятельства, адвокат должен искать наименее негативные последствия для клиента, в том числе в возможностях примирения. Конечно же, в деле Игоря Слабенко невозможно говорить об этом, тем более квалификация не та, и он в действительности не совершал, обвиняется ли в том, что пытался помочь 13-летнему мальчику повести его за медицинской помощью, а органы судебного расследования, раз он ввел, значит, он его бил, значит, он совершил преступление. Вот такая простая логика. Хотя и те же материалы, которые есть в уголовном производстве, опровергают версию стороны обвинения. Поэтому скептичность, разумная скептичность адвоката к материалам уголовного производства является верным путем занятия верной правовой позиции. Я думаю, что я раскрыл тему сегодняшней нашей беседы. Я не знаю, есть ли вопросы, я готов на них ответить. Насколько, на ваш взгляд, допустимо обращаться в квалификационно дисциплинарный орган адвокатуры, если адвокат обнаружил в действиях своего коллеги-адвоката признаки нарушения закона или адвокатской этики? И насколько допустимо сообщать об этом клиенту такого коллеги? Ну, во-первых, сообщать клиенту это не только допустимо, либо недопустимо. Но, на мой взгляд, это обязанность адвоката указать относительно нарушения. Там, к сожалению, не допускаются коллеги этих нарушений. Во-вторых, я думаю, что не надо от крайности в крайности, да, все мы разумные люди, и в этом случае надо, мы выявили такой факт, надо понимать, почему он произошел. К примеру, лично я был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения по тому же делу Слабенко, потому что я покинул зал судебного заседания. А почему я его покинул? Потому что суд апелляционной инстанции хотел просто засчитать апелляцию и таким образом исключить возможность Верховного суда рассмотреть вопрос изменения подсудности между апелляционными судами. Так кто больше зла совершил? Я, который покинул судебное заседание, либо суд, который хотел просто исключить такую возможность? Дисциплинарная коалиционная комиссия привлекла меня к дисциплинарной ответственности. Хотя я считаю, что не обоснован, но окей, факт произошел. То есть будем считать, что это нарушение правил адвокатской этики. Что в этом случае писать сразу на адвоката жалобу? Нет, надо выяснить природу, почему адвокат допустил нарушение правил адвокатской этики. Возможно, он их допустил в интересах клиента, для клиента. Мы их обнаружили, и мы сразу пишем? Нет. Мы, конечно, говорим, что на наш взгляд, вот в действиях адвоката, возможно, есть какие-то нарушения. Но перед этим даже стоит, и это даже обязанность адвоката, мы почитаем правила адвокатской этики, если у клиента был адвокат, либо есть адвокат, и клиент к вам пришел, что вы должны сделать, будучи адвокатом, позвонить предыдущему адвокату или нынешнему, им поинтересоваться по делу. Расспросить его по тактике, расспросить его о методах. И задать ему вопрос, а вот я обнаружил, что ты так сделал? Вот, согласись тут же, а он вам расскажет, я это сделал в интересах клиента. Вот тогда вопрос, а клиент говорит, об этом знает? Говорит, да, конечно, знает. Ну, к примеру, так. Бывают, конечно, крайние случаи. И бывают интересные случаи, когда, вот у нас на моей практике, когда есть адвокат по соглашению, а такие, я уверен,
случае часты, приходит адвокат по назначению, и в момент, когда адвокат по соглашению делает какие-то копии, адвокат по назначению что-то подписывает, хотя по закону не имеет права осуществлять никаких полномочий, там есть адвокат по соглашению. И потом орган судебного расследования говорит, а вот клиент отказался, адвокат получил уведомление о подозрении. Адвокат же подписал, что клиент получил. Было у нас дело, очень резонансное дело, этот вопрос поднимался. И, насколько мне известно, там было привлечение к дисциплинарной ответственности, потому что это неэтично с точки зрения адвоката по назначению. К примеру, адвокат по соглашению не успевает приехать в судебное заседание, привлекает адвоката по назначению и говорит, выступай в прениях. Говорит, да, не вопрос, давайте. А ознакомиться с материалами. Я понимаю, что эти адвокаты получают деньги от государства. Но на них распространяются те же правила адвокатской этики. И в тот момент, когда его назначили, у него клиент, мой клиент. И поэтому, конечно, если адвокат в таком случае будет явно нарушать охраняемые законом интересы клиента, я как адвокат не только буду рекомендовать, буду настаивать клиенту обратиться с соответствующей жалобой дисциплинарно-квалификационной комиссии. И давайте посмотрим практику Европейского суда по правам человека. Право на справедливый суд, когда адвокат неэффективно осуществлял свои функции. Это будет одним из доказательств на национальном суде, что вот, меня не защищали, его привлекли к дисциплинарной ответственности. Это будет плюс вашему клиенту, если действительно эти факты были. Поэтому в каждом конкретном случае надо смотреть на ситуацию с точки зрения не крайности, что это я никогда не пишу на коллег, либо это я всегда пишу, а с точки зрения разумности. И когда мы будем смотреть это с точки зрения разумности, правил адвокатской этики и отношения к своей профессии, мы действительно будем не формалистами, идиотами, а лицами, которые достойно представляют свою профессию. Вопрос еще. Ну, я изначально говорил, что, во-первых, ваша задача изучить материал. Ваша задача сказать, есть такой вот вариант. При этом варианте потенциально может быть такие последствия. Есть такой вариант, при этом варианте могут быть такие последствия. И вот еще и третий вариант есть. А если вы будете принимать за клиента решение, то какая претензия у вас? Будет ли в случае неудачи к вам претензия клиента? Конечно, она будет. Почему? И она будет обоснованная. Вы же приняли решение за клиента. Никогда не принимайте решение за клиента. Это его жизнь, это его судьба, это его должно быть его решение. Если мы посчитаем правила адвокатской этики, там этот вопрос, ответ на вопрос тоже есть. Мы даем рекомендации, а клиент принимает решение. Спасибо. Ну, раз вопросов нет, большое спасибо. Спасибо Legal High School за приглашение. Надеюсь, моя беседа была интересной, полезной. Если будут вопросы, пишите, возможно, к следующей лекции я на эти вопросы постараюсь ответить, дополнить сегодняшнее выступление. Всем хороших выходных или хороших дней, когда вы будете, в зависимости от того, когда вы будете смотреть. В общем, в любом случае, хорошего настроения. До свидания.